Мы уже приехали. Да. Какое сегодня число, не помнишь? Нет, то, что ты сломаешь. 20. Перезаведи. Да я только включу. Я не хочу, чтобы ты. 29 июня, да, сегодня? Убери, пожалуйста. Да убрал. 29 июня. Сделала. Так я твои слова вообще не записывал. 29 июня, короче, финал. Цены на эту фигню. Этот в описании я, потому что я уже не помню, сейчас я не скажу. В общем, финал у нас вышла семейный кубок дегустации чекушек водки. Хочется средно 40 градусов, горилка особливо, и народная марка справжняя настоянка 35 градусов. В закрытую смысла никакого нету, это чтобы я отворачивался, жена наливала, я поворачивался и вслепую дегустировал, потому что... Что тут и так понятно, где 35 градусов, где 40 градусов, что я буду уже сразу знать. Так, помочь мне поможет компотик вишневый, жена сегодня сварила, и оладушки из кабачков. А, да, там вот окно открыто. Ну, сейчас наконец-то определю победителя чекушку 22 года. Что лето уже... На пиво переходить надо. И сразу, кто хочет, найдет пивной чемпионат ЖБ банок 2021 года. Никому не надо. А тебе как раз чуть-чуть останется. Так, пробуем. На запах. Отойди, чтобы тебе не снимало. Ты что на горячее? Ну, водка как и водка. Ой, хорошо. Хортица. Кто знаете, как кофейными бобами после того, как вы нюхаете ароматы парфюмерии. Чтобы обнулить послевкусие предыдущего. Так, а что расскажет народная марка? Ух, ё, а я же ее налил. Два раза налил, хочешь? Что, давно тоже? Да, да, я забыл совсем, что я налил две рюмочки. На, попробуй. С соком то, что надо. О, кстати, может разбавить, а подожди. Ну и народная марка. Да, а такого я разве буду... Пьяная, слабенькая, но мягкая зараза, а? Ой. Ой, как хорошо. Ну, победила Хортица, Лен. В общем, Хортица с Ривна, победитель. Все, с вами был я. Всем всего хорошего.